Продукты питания, витаминные комплексы, хозяйственные принадлежности, одежда, 100 коробок добра и столько же посылок солдатам. Гуманитарный груз передали некоммерческие организации Сургута. Они помогают жителям ЛНР, ДНР и бойцам СВО. Подробнее о сюжете Елены Катковой. Тушенка, сладости, ореховая смесь и витамины, чтобы поддержать иммунитет. А еще мыло, шампуни и средства личной гигиены. Цены груз на региональный склад гуманитарного добровольческого корпуса передают некоммерческие организации Сургута. Мы передаем 200 гуманитарных наборов, список «Коробка добра» и посылка солдату. И мы вовлекаемся в это не первый уже раз. Мы также реализуем грант губернатора. В мае была отправка и будет сейчас в октябре. В работу включились более 25 некоммерческих объединений, а также военно-патриотические организации. А благодаря гранту губернатора жителям Макеевки с инвалидностью оказывают психологическую помощь. Хочу поблагодарить и сказать спасибо нашим и гражданам, и организациям. Мы поддерживаем такую инициативу и сами активно участвуем. При формировании груза в первую очередь учитывают сезонность и, конечно, потребности мирных жителей и бойцов. В дальнейшем они будут сложены в наши брендированные коробки и будут отправлены в зону специальной операции. Там они будут розданы коробки добра населению, а коробки солдатам лично солдату. Гуманитарный груз отправляют еженедельно. Благодаря неравнодушным жителям Югры склад гуманитарного добровольческого корпуса в Сургуте пополняется постоянно. Елена Каткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.